Привет, народ! Коротенькое видео про систему TNCS. Старый шкаф, трехфазный ввод, маленький деревообрабатывающий цех был. Стояли станки лесопильные, трехфазные две тяля были. И был ввод воздушкой, потом с воздушки с фасада здания и шел провод алюминиевый 3 по 16 плюс 1 на 10. Естественно, было повторное заземление TNCS и потом уже пофазно расходилось по потребителям. Естественно, тут и заземленные нитрат трансформатора были две единственные точки соединение нулевого ПЭН совмещенного проводника с землей. Нигде повторных заземлителей на столбах не было, абсолютно нигде. И однажды, как мне рассказывали электрики, которые когда-то обслуживали это предприятие, где-то оборвался ноль. Естественно, по фазам нагрузка распределена неравномерно. И ток дисбаланса, не баланса, то как называют, выравнивающий ток, когда нагрузка по фазам неравная, пошла через ноль этого предприятия. Сфокусирую. Давай, ловись фокус. Вот. Видите, что стало с нулем? Ноль оплавленный по всей длине кабеля. Десять квадратов нулевой проводник полностью весь поплавился в кабеле. Это так, размышление на тему повторного заземления. Конечно же, все было сделано по ПУЭ. В данном видео я никого не призываю к каким-нибудь действиям. Не топлю ни за ТНСС, ни за ТТ, систему заземления. Просто вот что бывает. Когда весь ток через ноль пошел через ваше заземление и через ваш вводной кабель. Достаточно большого сечения, 10 квадратов. Все, спасибо. Пока.